Члены сообщества «Мама офлайн» организовали выставку-ярмарку изделий ручной работы. На первом этаже торгового центра «Орбита» они представили свои произведения по 15 направлениям декоративно-прикладного искусства. О творческих мамах-рукодельницах наш следующий сюжет. Активные люберецкие мамы в очередной раз доказали, что декретный отпуск – это не только домашние хлопоты, но и отличное время, чтобы раскрыть свои таланты. Изначально Юлия Кузьмина вязала одежду для себя и для дочери. Со временем это увлекательное занятие переросло в настоящее хобби. Сейчас в коллекции ее работ десятки необычных сувениров. Я очень мечтала создавать что-то своими руками, мечтала создавать вокруг себя уют, тепло, дарить его близким, поэтому занялась своим любимым делом. Знаете, я очень люблю делать веночки. Мне очень нравятся они, ну, мне кажется, они очень дополняют и какую-то атмосферу праздника создают. Таких рукодельниц в городском округе Люберцы оказалось много. Руководству сообщества поступило порядка 50 заявок на участие в выставке. По результатам отбора только 15 мастериц смогли продемонстрировать свои работы. К сожалению, к большому нашему сожалению, наши мамы все сейчас онлайн. И всю свою продукцию они показывают онлайн. И именно вот эта вот выставка наших мам-рукодельниц, она позволяет им выйти из социальных сетей, познакомиться офлайн. Мы регулярно проводим такого формата мероприятия. Но эта выставка стала особенной. Она приурочена к празднику Дню матери. Активисты сообщества подготовили по этому случаю стенд с семейными фотографиями люберецких мамочек офлайн. Наши мамы представили свою продукцию, и это все потому, что они мамы, потому что их сердца наполнены вдохновением от их деток. И вот, собственно говоря, все увидели шедевры, те, которые именно от счастья материнства. Впереди у представителей сообщества «Мама офлайн» много интересных проектов. 3 декабря они проведут спортивный квест. Победителям обещают приятные призы и подарки. Луиза Егазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.